Александр Сурков начал давать показания. Продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-председателя Комитета капитального строительства области. Бывший чиновник считает себя виновным лишь в превышении служебных полномочий. Александр Сурков уверен, что процесс по его делу показательный. По версии следствия, летом 2013 года он потребовал взятку у акционерного общества «Саратовгесстрой» в размере 10 миллионов рублей. Сурков утверждает, эти средства были необходимы на строительство берегоукрепительной стенки набережной. И так как сроки уже поджимали, средства пришлось взять наличными. Речь о взятке, по словам Суркова, вообще не идет. Экс-чиновник видит себя виновным лишь в том, что не отказался от средств, переданных ему наличными. А потому просит изменить уголовную статью, по которой его сейчас судят, на более мягкую.